И всем привет, я с тобой Клантайка, если что, мы играем в Roblox игрушку под названием Симулятор Пчеловода или Bees Farm Simulator. Сегодняшний ролик у нас будет посвящен опять даперу и новостями по даперу. Дело в том, что у модного нашего медведя, помимо квестов, в принципе, помимо квестов, будут появляться еще новые биквипы. И об этом Аннет уже выпустил у себя в инвентарь, точнее, закинул себе лекалки. И сейчас ты видишь их на экране. Прикольно. То, что их на самом деле очень-очень-очень и очень большое количество. Очень классно об этом. Но как они будут выглядеть, будут ли их давать за квесты, либо их будут давать просто в покупку вот сюда, вот в эту вот точку, и не представляю пока. Да и, в принципе, какие статы не представляю. Надеюсь, что они будут просто перманентные, то есть не только в Бисмос. Если что, кто не знал, у нас есть сейчас биквипы только с меточкой Бисмос. То есть их можно получить только во время Бисмоса. То есть 50 дней, чтобы получить, осталось 50 дней, чтобы получить вот эти вот подарки. Ну, наши вот эти вот биквипы. А все остальные вот эти вот новые биквипы, которые будут у даппера, скорее всего, будут с пометочкой пермамент, и они будут всегда. То есть после Бисмоса, до Бисмоса, просто на постоянку они будут так работать. Я надеюсь на это, но не уверен, конечно, но надеюсь. Может быть, часть какая-то пермаментная, часть какая-то будет не пермаментная, не на постоянку. Вот, плюс еще у даппера, я еще раз говорю, появятся новые у нас слоты, и это просто будет замечательно. Единственный минус, что нам придется часть квеста выполнить, чтобы вот эти слоты у нас дальше прибавлялись, а те, у кого слотов 15, так же, как у меня, у нас просто будет вместо слотов давать тикеты. Ну вот и все. Она так и решила эту проблему. В принципе, я думаю, ничего сложного в этом нет. Надеюсь, что обнова нас не заставит ждать, и будет она сегодня, либо завтра. Надеюсь я просто на это, но там будем глядеть, смотреть. Аннет пока еще ничего не писал. Вот, но он обещал на эти выходные обнову, поэтому думаю, что сегодня к вечеру что-то уже будет ясно. Завтра она будет, либо сегодня. Будем смотреть, глядеть и ждать. Ну а с тобой был Клантайка. Подписывайся, ставь лайк, пиши комментарий и всем пока-пока.